Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OnePlus Ace 3. И сейчас я покажу вам, как включить таймер в камере. Итак, для этого мы открываем камеру. И далее мы нажимаем на три точки в правом верхнем углу. Здесь у нас есть таймер. Мы можем установить его на 3 секунды и на 10 секунд. Выбираем время и проверяем, как он работает. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.